Во вторник в Самарской области пасмурно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, похолодает. Днем плюс 4, плюс 6 градусов, ночью минус 1, плюс 1. Северный ветер 1,3 метра в секунду. В Сызрани солнце сквозь облака, в светлое время суток плюс 6, в темное плюс 1 градус, северо-восточный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти переменная облачность, днем плюс 6, ночью 0 градусов, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем плюс 5, ночью 1 выше 0, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 58%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.